Катенька, смотри, вот тут сейчас мы проплываем, мост проплыли, какой-то мост большой, и проплываем, и вот смотри, сейчас будет открываться, наверное, другая панорама. Вот здесь вот, видишь, посмотри, из-за горы, ты знаешь, наверное, эту гору, вы же тут жили, вы, наверное, все это знаете. И вот мы, смотри, открывается другая панорама с этой стороны, панорама на твой, на твою Панаму. Смотри. Вот, видишь, смотри. Ой, там что-то отсвечивает. Смотрите, сколько здесь стоит лодочек. Вот мост мы вот этот вот проплыли. Вот этот вот мост проплыли. Вот. Там лайнер вот стоит. И вот здесь открывается панорама, может быть, еще даже лучше. Боря, посмотри, какая открывается панорама на Панаму. Посмотри. Еще лучше даже. Вон. Ближе получается. Смотри, Катюнь, где там твой дом был? Ты видишь его? Видел. Посмотри. Ира там стояла где-то, говорит, смотрела, как проплывали корабли. Вот мы плывем мимо твоего дома. А там он тоже стоит какой-то лайнер. Вон там далеко. Ой, Панама какая красивая, белоснежная. Белоснежная Панама. Ой, как здорово, что мы сегодня здесь были. Но мы еще поплывем через сколько дней, через 20 дней, по-моему. Мы поплывем обратно, этой же дорогой. Будем еще здесь. И я еще буду снимать. Может быть, это будет уже с другой стороны. Может быть, другой здесь. Но во всяком случае, смотри, как море, посмотри, как открывается. Смотри, какой вид открывается. Стой, вот там я. Здесь лучше вид. Ну, ты. Полшага сюда. Я здесь. Вот, привет. Привет вам из Панамы. Панама. Привет. Все снимают, все фотографируют, все счастливы. Сегодня жарко. Катя, как вы тут жили? Так жарко. Кошмар просто. Очень жарко. Влажность, видимо, высокая. Я не знаю, сколько было градусов, но было очень жарко. Сейчас немножечко, сейчас 4 часа дня, уже 5 час, немножко попрохладнее становится, но очень жарко. Смотри, какие дома вообще. Наверное, Катя, еще больше построили, да? Смотри. Нику покажи наше видео. Боря тоже снимал. Я снимала. Покажи наше видео. Красивая Панама, обалденная. Я думала, мы ближе подплывем, а видишь, мы, кажется, проплываем мимо. К сожалению, мы не заходим в Панаму. Хотелось бы, конечно. Вот, но все равно хорошо, что так. Я хоть имею теперь представление, что такое Панама. Красиво, конечно, природа сумасшедшая. Обалденная природа. Вот Катенька. А вот там, смотри, две горы. Вот одна и вторая. Там тоже стоит какой-то лайнер. Две сопки. Короче, теперь мы уже выходим из Тихий океан. Поплывем мы в сторону Сан-Франциско. Заезжать будем в Никарагуа, Гватемалу, Коста-Рика, потом мексиканские. Несколько мексиканских городов, островов, а потом будет у нас Калифорния, Сан-Диего, Лос-Анджелес, Санта-Барбара и Сан-Франциско. Вот такой маршрут у нас. 21 день. Мы плывем. Ой, вон там вдалеке еще вырисовывается здание тоже. Смотри, какая Панама обалденная, красивая, вся белая. Конечно, красота.
Вот так, Катюнь. Короче говоря, всем привет большущий. Мы рады, что мы здесь. На обратном пути тоже будем снимать. А смотри, вон там вот машины едут по этой дороге. Куда-то они едут. Оторвать глаз. Не хочется расставаться. Нравится мне очень. Сигналит, да, нормально. Катенька, ну ты, наверное, уже все вспомнила. Я тебе немножко напомнила Панаму. Да? Боря, смотри, как открылось, смотри. Лучше всего отсюда. Да? На берегу моря. А? На берегу моря. А вот это узкая полоса дороги. Ну вот на эти острова куда-то. Узкая полоска. А ее, наверное, перехлестывает, может быть, когда шторма бывает. Нет шторма. Нет? Ну, вообще шикарно. Панама. Ну, вот так, Катенька, я вас всех целую, очень люблю. И, конечно, хотелось бы, чтобы когда-нибудь, может быть, все вместе поплывем сюда, в эту сторону. Все, целую. Всем большой привет, зайки, зонт. Чтобы все было, все хорошо. Нику покажи, привет большущие детей, всех Еленчиков, где она родилась, ее родину. Все, пока, целую, зайди зуб, до встречи.